Привет! Настало время годного контента на Ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня я покажу вам мои покупки на осень. Недавно мы вместе с моей подругой были в магазине, и происходило что-то вот такого плана. Совсем ошалели и ушли в отрыв. Тут достаточно много одежды, и сейчас я покажу вам все. Буквально просто все, что я накупила. А вы мне скажете, я накупила какую-то очередную дрянь или там действительно есть годный контент. Кстати, прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал. Тык! Вот, да, сделай подписочку, чтобы не в дальнейшем ничего не пропустить. И мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Мне с Алика столько посылок пришло, столько просто, пипец. Вообще, на самом деле, я не хотела снимать это видео, в плане, у меня не было его в плане... Но недавно я столкнулась со следующей проблемой. Я хотела купить себе, короче, какие-то теплые сапоги на осень или на не очень холодную зиму. И я стала искать сапоги себе в магазинах, на сайтах, и я поняла, что мне абсолютно ничего не нравится. А потом я поняла, что, может быть, я уже доросла до той стадии, когда я готова заказывать обувь с Алиэкспресса за 900 рублей. И да, я доросла до этой стадии. Ну, в общем, накидала их такова. Один из немногих ботинков, которые купила, Be Like This. Вы себе не представляете, как сильно я это хотела. Я видела что-то подобное в параде за 160 тысяч, ну, может быть, не 160, а 170 или за 60. Ну, в общем, я что-то подобное видела в каком-то богатом брендовом магазине. Но зачем богатый брендовый магазин, если есть старый добрый AliExpress? Между прочим, меньше 2000 обошлись они мне. Как говорится, телевизор включается просто. Так не говорится, но теперь говорим. Просто, чтобы вы знали, сегодня я проснулась с мыслью, что я хочу сделать макияж более естественным. Знаете, какая мысль у меня появилась? Давайте вы напишите в комментарии, что вы хотите это видео. Если вы хотите это видео, вы поставите лайк, если вы захотите следующую идею видеть на моем канале. Давайте, короче, пригласим стилиста, чтобы он сделал полный разбор моего гардероба, и пусть, короче, сидит, критикует или, наоборот, хвалит, потому что мне кажется, что любой стилист, который видит вот это, сейчас покажу, который видит вот это или вот это, он, безусловно, скажет, что гардероб отличный, выбрасывать ничего не надо, и чувствую, потом придется снимать новое видео с моими покупками, потому что, наверное, ни хрена не останется. Ну, просто понимаете, у меня весьма специфичный стиль. В основном, на самом деле, я хожу в одном и том же, вот. А гардеробная моя выглядит вот так вот. Не то, чтобы это рум-тур по гардеробной, но просто, чтобы вы коротко понимали, насколько все плохо, но, ну, вот настолько. Кроссовки Sailor Mars. Я просто представляю себе, насколько сильно бомбанет какого-нибудь стилиста, который типа с люксом работает. Тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан. Почему бы не делал так? Ну, или так. Как дела? Когда рожать будешь? Почему бы не пошутить? Не смешно. Сейчас я выгляжу так. Разоберем, что там. С чего начнем? Во-первых, вот такие вот прекрасные, я не уверена в этом, белые ботинки с Алиэкспресса. Я не знаю, сколько их купила, я не знаю, зачем мне нужны, они выглядят отвратительно. Внезапно они пахнут, но вот пусть будут. Возможно, я что-нибудь на них нарисую, но это не точно. Потом в один момент я гуляла с подругой, и она сказала, что мне очень сильно нужна клетчатая юбка. Ну и мы, короче, искали мне клетчатую такую околошкольную юбку, потому что тату, потому что нас не догонят, потому что я сошла с ума. Вот такой вот получается комплект. Вот так вот выглядит отдельная юбка. Но у меня на нее были немного другие планы, хотя мне очень нравится даже, как это выглядит вот в таком вот виде. Я также купила себе вот такую вот черную рубашку. Посмотрите, она очень простая, но приятная. И мне хочется носить именно сочетание топ, клетчатая юбка и рубашка. Для такой вайб Гриффиндора и еще прикольно с моими волосами сочетается. Ну, как так. Стиль. Я не знаю почему, но мне кажется, выглядит очень прикольно. Что вы скажете? Кстати говоря, Гриффиндор или Слизерин? Ребята, потому что для Слизерина у меня тоже есть кое-что. Это опять-таки мы с моей подругой рофлили. Кто из нас Слизерин, кто Гриффин? Кто Гриффирин? 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 Что? Короче, мы с подругой, когда гуляли, мы с ней обсуждали, ты предпочитаешь Слизерин или Гриффиндор? И я такая, конечно же, я за зеленых. А она такая, а я за красных. И вот, знаете, начинается классическая такая история, когда начинает спорить, кто круче, в шутку, конечно же. И в итоге мы подумали, решили, что нам нужны парные луки и Слизерина, и Гриффиндора, чтобы делать совместные фотки. Поэтому вот я купила прошлый красный костюм для Гриффиндора за косо, а это для Слизеринца типичного. Очень приятная рубашка, между прочим, из мужского раздела Uniqlo. Блин, эта рубашка очень уютная и очень теплая, в ней так приятно. Мне нравится то, что можно спокойно вот так вот завязывать здесь, и зашибись, он вот так вот держится, никуда не уходит. Класс. Я купила себе красные конверсы, потому что мне очень понравилось делать кастом на желтых. Я показывала вам в одном из видео, теперь взяла себе дополнительно красные. У меня есть вот такие желтые конверсы, они очень старые.
Двойной удар красавцев. Мне очень нравится. Я взяла их не просто так, а потому что я купила себе красный брелок с одним персонажем. И я хочу, чтобы сюда еще налепить этого персонажа. В плане нарисовать его, закастомить. Беды с башкой, здравствуйте, психушка, всех вергуем, всех в дурку. Я заказала себе вот такое платье. У меня скоро будет очень прикольная фотосессия, мы какой-то нереальный концепт будем воплощать, поэтому нужно было достаточно свободное легкое платье. В плане не достаточно легкое, свободное, а в плане какое-нибудь такое интересное, поэтому я его купила. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, там будут просто урывные фоточки от невероятно урывных фотографов. Я уверена, что большая часть из вас знает, с кем я буду сниматься, но если не знаете, то обязательно узнаете, и, короче, это просто, ну, мы в шоке сами от себя. Так что вы тоже офигеете, обязательно подписывайтесь на мой инст. Это типа не реклама, но вам понравится. Наверное, контент я стараюсь. Ну, это, мне кажется, приятнее, чем то. Почему, я не знаю, почему мне кажется приятнее. Оно вроде как бы как раз-таки потупее и чем-то вайбы Октоберфеста напоминает. Но, по-моему, норм. Дальше косплей, ребята. Я купила себе косплей-костюм из безумного азарта. Мы с моей знакомой и моей подружкой скоро будем делать на это все косплей полноценный. Я очень надеюсь, что мы не обделаемся, особенно я, потому что косплеер из меня, ну, как бы вот такой себе. Вот, ну, купили, короче, костюм. Посмотрите, как здорово он выглядит. Кстати говоря, недорого вышел. Заколки я сделала сама. Вчера я занималась полезными вещами. Я решила, что я готова стать крафтером, и поэтому я сделала заколки. Они не стоили мне ни копейки, но на то, чтобы их сделать, я потратила суммарно 10 тысяч рублей. Могла ли я заказать заколки с Алика? Да, но нет. Еще одни ботинки, которые я показала вам в самом начале. Но эти ботинки мне очень сильно нравятся, потому что они прям вот то, что я хотела. Мне кажется, с ними можно делать очень стильные луки, но в моем понимании прекрасного. Буду их комбинировать, в том числе не только с юбками, но также и с такими, знаете, свободными брюками. Мне кажется, будет выглядеть очень круто. Далее я что-то в этот раз пошла по джинсам. Слово говоря, вот эти джинсы я купила в Бершке, они мне очень сильно понравились, но единственный момент, они мне достаточно длинные, потому что они, наверное, на рост, ну, от 1,70 м и выше, а я, напоминаю, 1,62 м. Кстати, ребят, когда встречаете меня на улице, пожалуйста, не орите, типа, о, я думала, что ты выше, потому что меня это очень сильно обижает. На меня люди смотрят с таким разочарованием, как будто из-за того, что я не 1,80 м, как почему-то многие думают, не знаю почему, но это еще с детства тянется. Я себя чувствую очень неловко и странно. Типа, как будто люди, у которых нет высокого роста, плохие. Я и так с этими комплексами еле поборолась. Так что, ну, не надо так. Вот. Короче, от них нужно отрезать низину. Давайте вместе ее отрежем. Я с этим вот прям максимально не буду париться. Будет ровно, неровно, вообще плевать. Просто отрежу по этой штуке. Потому что я люблю, когда свободно. Контент. Хоть это и неаккуратно, но мне кажется, так выглядит гораздо лучше, чем с этим швом. Вот так вот выглядят серые джинсы в уже обрезанном состоянии. К сожалению, я могу вам показать это только вот в таком формате, что видите через зеркало, потому что просто не хватает пространства, чтобы полностью все это захватить. Их я планирую носить с чем-то очень грубым, чтобы наверняка было красиво и хорошо. Мне кажется, норм, и цвет у них достаточно приятный, такой прям винтажный, и сели они тоже отлично. В последнее время меня реально бесит край на одежде, поэтому ту одежду, которую я реально ношу, я его, видите, вот везде отпарываю, и мне без него кажется гораздо лучше. Особенно это относится к худакам, потому что когда есть вот эта вот резинка, но мне прям не нравится, мне некомфортно, поэтому я везде все отрезаю и оставляю вот так. Далее черные брюки из Зары, на удивление, потому что обычно в Заре мне ничего не подходит. Они на самом деле супер лаконичные, супер простые, тупо черные, но почему-то всем нравится, когда я их надеваю, мне все говорят, какие клевые брюки, а я такая типа, ну ок, джинсы и джинсы. Вот честно, я не очень понимаю этот феномен, но все, абсолютно все, кто видел меня в них, мне говорят, что это просто лучшее, и тебе очень классно, замечательно. По мне, это обычные черные брюки свободного кроя, но если людям нравится, я что, я только рада. Кстати, обязательно напишите, какая вещь вам понравилась больше всего из этого видео, когда досмотрите его до конца. Также я купила вот такой вот ремень, потому что у меня был абсолютно точно такой же, но я его где-то потеряла. Не спрашивайте, как можно потерять ремень. Я не буду вам отвечать на этот вопрос, хотя я знаю на него ответ. В общем, я его потеряла. Маша здесь ни при чем. Там же в Заре были куплены вот эти вот клетчатые брюки. Я, честно, их еще ни разу не надевала куда-то за пределами примерочной, но бирки себе отрезала, потому что кто я? Я молодец. А выглядят они как-то вот так вот. Даже не знаю теперь, на самом деле, что с ними делать, чего с ними можно сочетать и как комбинировать, потому что они немного странные. Мне не нравится то, что они зауженные к низу. И нет, не спрашивайте, почему я их не сдала. Потому что я уже ответила, я обрезала бирки, я идиот. Вот такие вот брюки. Ну, я не знаю, почему-то вот в примерочной мне вот прям очень понравилось, как это выглядит.
Сейчас мне не очень нравятся, я даже не знаю, с чем их носить, с чем их можно комбинировать. Какие-то они достаточно странные. А еще мне не хватает здесь вот этой вот штуки для ремня, потому что, возможно, я бы хотела продеть сюда ремень, и тогда, наверное, было бы получше, но я не знаю, вы оцените, подскажите, может быть, что-нибудь. Блин, ребята, вот это вообще просто жесть какая-то вот в этом пакете, потому что это, ё-моё, латексный косплей, блин, вы понимаете, я купила латексный косплей, я без понятия вообще в него влезу, не влезу, выглядит это очень странно, потому что он, блин, реально латексный, и жуть, без понятия, как я туда залезу, не знаю, зачем вообще мне это, но он теплый. Он прям реально теплый, там руку сюда засовываешь, тут тебе сразу даже вот так жарко становится. К слову говоря, я должна вам сразу сказать, это для косплея, ребята, для косплея. Извините, конечно, но я не буду показывать вам этот косплей здесь, не потому что он плохой, а потому что он как раз-таки очень хороший, этот костюм. Я оставлю его для Инстаграма, чтобы сохранить интригу, но в целом латексные костюмы, да, это жесть. Это жесть, не буду ничего показывать, это жесть. Как-то я выгляжу слишком привлекательно, даже по моим меркам. Я без понятия, как его гладить и что с ним делать, если вы что-нибудь знаете про латексные костюмы, ответьте. К этому же латексному косплею у нас идет вот эта вот фуражечка. Фуражка из комплекта выглядит так, мне очень нравится. Просто у знакомой девчули купила. Получаю офигеть, потому что вещь максимально не в моем стиле, это что-то очень странное для меня. Это голубое платье в цветочек. Да, подруга сказала, что мне надо, ну я такая, ну раз надо, я возьму, но не уверена, зачем мне оно надо. Зачем? Блин, мне кажется, в платьях выгляжу максимально плохо. Я не знаю, одно время раньше я все время носила только исключительно платье, но потом как-то я соскочила с темы платьев, и сейчас, мне кажется, я выгляжу просто как какой-то дурак. И еще одна вещь, которая у меня есть, это вот такая вот юбка. Это вообще юбка Lol Kek, чебурек. Она не смешные старые мемы 18 года. Это юбка, прикиньте, из школьной коллекции. То есть я купила школьную юбку на школьницу 14, по-моему, лет. Вроде нет, я оборвала. Или 12, или 14 лет купила себе юбку, потому что объем моих бедер 88 сантиметров. И, в принципе, ну, некоторые школьные одежды мне подходят. Это, не знаю, хорошо или плохо, как-то так. Вот так вот выглядит эта юбка. Но я бы, конечно, с такой длиной в школу бы ходить не смогла, потому что, ну, блин, она слишком-слишком длинная. Поэтому я ее вот так вот заправляю. Беру тот самый ремень, который купила, фиксирую. Кстати, скажите потом, какая вам нравится юбка из типа а-ля школьных больше. Вот эта юбка мне кажется поприятнее, это бершка, она уже изначально идет такой длины. То есть она, если честно, достаточно короткая, но в моем случае это плюс, потому что я именно так и хотела. Можно сделать чуть пониже, но мне нравится, что она на талии плотно прилегает, а вообще, по-моему, очень суперская юбка. Ну, короче, как-то так, ребята. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Я уже недавно снимала распаковку с моими покупками с Алика. Обязательно ее зацените и скажите, что вы думаете. А я вас всех люблю, всех целую и всем пока-пока. До новых встреч!